Встречаются две подружки. Одна другой рассказывает: Машка, ты представляешь, мой-то на Новый год поход делал, перебрал, теперь сидит в ванной, удочку закинул и как будто рыбу ловит. Ну, совсем дураком стал. Представляешь, что делать? Ну, Танька, ну ты что, ну вызывай санитаров, ну пусть его забирают и разбираются. Да какой, забирают, разбираются, жалко, муж все-таки, пусть уж сидит, ловит. Да и потом, знаешь, что-то так рыбки свежей захотелось.